Привет! Как вы уже догадались из названия, сегодня мы пройдемся ковровой бомбардировкой по долгожданному комоду. Узнаем, настолько ли он хорош, как заявляет компания Red, или настолько плох, как пишут злобные хейтеры в комментариях. Сегодня мы расставим все точки над «и» и начнем с самого интересного – минусов. Представьте, вы купили Ладу Гранта, а в ней нет руля. Хотя это не самая страшная проблема Лады. Так вот, достав камеру из коробки, вы не сможете снимать на нее видео. По крайней мере, это будет жутко неудобно. Для того, чтобы установить на нее всю нужную периферию, вам понадобится как минимум клетка и ручка. Да, сумма в целом небольшая, соглашусь, но это только клетка, на которую нужно будет поставить что? Правильно, монитор. Но ведь монитор здесь есть, возразите вы. Да, есть, и даже с высоким разрешением. Но использовать его не очень удобно. Конечно, как и любым маленьким инструментом, с ним нужно уметь обращаться, но лучше воспользоваться более удобными решениями. Например, Small HD Focus Pro или Small HD Indy 7, в которых реализовано управление этой камерой. Или вовсе воспользоваться телефоном. С телефона также можно смотреть не только получаемую картинку, но и управлять камерой. Это могла быть красивая связка со смартфоном Red Hydrogen, но функции телефона он выполняет чуть хуже, чем вышеназванная Лада, поэтому придется пользоваться тем, что у нас есть. Хорошо, допустим, вы купили монитор и клетку, и думаете, что можно скорее бежать и снимать свадьбы, корпоративы и утренники? Подождите, камера включается секунд 20 или больше, это же Red, но в этом есть и свои плюсы. Вы можете заварить чаек, сварить пельмешек или пойти и взять в аренду Zcam. Не уверен, что должен говорить это в минусах, но байонет здесь РФ. А если серьезно, это очень неудобно. Во-первых, эта оптика все еще редко встречается в аренде, потому что она очень дорогая. А во-вторых, при использовании переходника увеличивается количество соединений, что в свою очередь ведет к возможным люфтам и ухудшению работы автофокуса. Почему бы просто не сделать сменный байонет, как в других камерах, и не париться? Кстати, делайте ставку в комментариях, ждать ли объективы на РФ от Red. Вы хотели доступный 4К? Вы хотели доступный Rapid? Вы хотели доступный Rapid в 4К? Забудьте. К сожалению, максимум, что вы получите, 120 FPS в 2К. Но не спешите писать в комменты, что 2К это ок, и я зажрался. Потому что и здесь есть свои ограничения. Например, жрался. Потому что с разрешением не получится. Потому что комода пишет Rapid с центра матрицы. И последний минус, не то чтобы он постоянный. Наши эксперты по косякам, не тем косякам, опытным путем выяснили, что если подключать SDI на горячую, то это может стать последним разом, когда к этой камере подключался монитор. Он попросту перегорает. И это единственный минус из тех, что фиксится очень легко. Просто подключайте SDI на холодную. Ну что, похейтили? Отвели душонку. Теперь можно и о плюсах. А они здесь есть. Давайте посмотрим, смогут ли они перевесить минусы. Для чистоты эксперимента начну с самого жирного. За эти деньги вы получаете красивую надпись Red. Просто выкладывайте фотографии с камерой в Instagram, и вы гарантированно получите 1000 лайков от друзей и подруг, а враги будут неприкрыто завидовать и в конце концов захлебнутся слюной. Ну а если серьезно, то за скромные 6000 долларов вы получаете Global Shutter и ProRes, которые, на мой взгляд, делят первую позицию. Для сравнения, ближайший аналог комода Sony FX6 стоит 8К зеленых. Ну а что до Global Shutter, так вы посмотрите в сравнении с Zcam, чтобы было нагляднее. Посмотрели? А теперь я покажу вам, сколько весит вся эта красота в RAW. А теперь посмотрите, сколько весит ProRes. Помимо очевидного преимущества веса, ProRes удобен тем, что без всяких костылей откроется на любом устройстве и будет проигрываться без лагов. А если вы не снимаете полный метр для проката на большом экране, то возможностей прореза на посте вам будет более чем достаточно. Кстати, если вы не знали, то теперь знаете. Комода пишет на карты CFast 2.0,
что значительно удешевляет и упрощает процесс видеопроизводства в сравнении с RAID-овскими SSD. Да возрадуются DIT и продюсеры. 6К. И это не про цену этой камеры. Лол, это же реально цена этой камеры. Почему с Gimini 5К так не работает? Разрешение 4К, к счастью, стало уже делом обыденным, и производители плавно внедряют 6К в средний сегмент. Что не может не радовать, потому что кропать можно сколько душе угодно. А еще стало легче скрыть свои факапы по заваленному горизонту или тряску от рук из-за четвертой ночной смены подряд. Динамический диапазон. На мой взгляд, эта функция не нуждается в особом представлении, и рассказывать о ней на словах, как о Global Shutter, как-то странно. Поэтому что? Верно, мы наснимали еще красоты. Смотрим. Кстати, шутка о фотографиях в инсту является шуткой лишь наполовину. Уверен, что ваши руки сами потянутся сделать пару фотографий с этой малышкой, тем более, когда она в клетке. Мне кажется, когда она в клетке, то она вполне может составить конкуренцию аккаунтам с полуголыми девушками. Дизайнеры и инженеры RAID потрудились на славу. Уместить столько функций в такой компактный и одновременно стильный корпус получается далеко не у всех. За все время, что мы снимали кадры, которые вы видели ранее, а это за него часа 4, я устал не больше, чем если ходил бы с какой-нибудь A7S III. Стоит ли покупать RAID Комодо, учитывая все вышеперечисленные плюсы и минусы? Сомнительно, но решать вам. Аренда камеры с комплектом будет выгоднее, тем более, если брать ее в аренду в KineMotor Rent.